быть трогательнее и нежнее детских фотографий. Уже став взрослыми, мы смотрим с умилением на старые фотокарточки в альбомах. Наши дети, видя нас на фото, удивляются. Как это мамы с папами были такими же маленькими, как они сейчас? Прекрасная возможность запечатлеть своих малышей на долгие годы была и у участников проекта «Дети, цветы жизни», организованного благотворительным проектом «Доброе сердце» во главе с Кристиной Цуркан и талантливым фотографом Аленой Никаноровой. Уютная фотостудия, украшенная в весеннем стиле. Чудесные малыши и их веселые родители. Так проходила фотосъемка, подарившая всем множество незабываемых моментов. Таким получился прекрасный подарок к началу весны и ко дню 8 марта. А как это было, мы вам покажем в этом сюжете. Присутствует уже весеннее настроение? Однозначно присутствует, погода хорошая. Здесь в студии у нас достаточно весенняя такая атмосфера, цветы, улыбки. Вам понравилась сегодняшняя фотосессия? Да, конечно, потому что рядом дочка и такие красивые праздники. Все мы делали с душой и, надеюсь, получится очень красивые фотографии. Душа готова к весне? Конечно, давно уже готова, и уже по одежде, наверное, видно. В этом году погода нас радовала солнечными днями, и настроение весеннее пришло раньше, чем обычно. Еще не хватает немного солнца на улице, а так, в принципе, уже весна внутри. Приурочена сегодняшняя фотосессия. Сегодняшний фотопроект называется «Дети, цветы жизни». Мы решили совместить приятное с полезным, собрать средства для нашего проекта «Доброго сердца» и сделать подарок в виде фотосессии мамы с детками. На улице уже весна, все красиво, цветет. Скоро уже точно начнет цвести, и вот мы задумали такой проект. А вы часто участвуете в благотворительных проектах? Ну, стараюсь. Хотя бы раз в полгода, раз в год обязательно участвовать. Сегодняшняя фотосессия приурочена к весне и называется «Дети, цветы жизни». Ева, у нас сегодня какой цветок? Ну, самый такой аленький цветочек, наверное, для меня. Тебе нравится участвовать в фотосессиях? Да. Кем ты сегодня себя представляла на фотосессии? Представляла себе принцессой. Собираешься в этом году поздравлять маму с 8 марта? Пойти купить цветы, конфеты и нарисовать что-то красивое. Я желаю счастья, здоровья, чтобы мы всегда всегда радовались. Какие плюсы у твоей мамы? Она очень добрая, она очень ласковая, она очень милая, она очень доброжелательная, она очень трудолюбивая, она очень красивая. Хочу ее поздравить с 8 марта, и также всю мою семью и девочек, всех пожелаю счастья, здоровья, много радости. Поздравляю, мама, 8 марта.